Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. На территории городского округа Первоуральск трубопроводы имеют очень сильный коррозийный износ ввиду длительного срока эксплуатации. Решением суда установлено, объект действительно передан, потом водоканал направит хозсведения без условий о создании или реконструкции недвижимого имущества, что значительно увеличивает сроки по проведению капремонта, то есть и делает их невозможными, то есть невозможно в рамках передачи направить по сведения проведения каких-либо ремонтных работ непосредственно по реконструкции либо проведению капитального ремонта, что предусматривает только их содержание. Но с учетом установленного тарифа это содержание минимальное. Протокол составлен по статье 6.5 за качество поставляемой питьевой воды, а не за отсутствие ремонта на сетях водоснабжения. Поэтому тут это решение суда не имеет никакого отношения к данному делу. Тем более, что МУП «Водоканал» не отрицает факта того, что оно поставляет свою воду по этим самым сетям. Ну, в принципе, если МУП «Водоканал» считает, что по этим сетям свою воду он не может поставлять, ну, наверное, свои сети надо тогда строить. В таком случае, ну, либо ведрами воду развозить по жителям. Собственником сооружений и сетей является администрация. Но эксплуатацию на этих сооружениях осуществляет организация ПП МУП «Водоканал». Это сказано и постановление в соответствии с 416-м федеральным законом. Также возложено ответственность на водоканал за централизованные сети. То есть они отвечают за качество питьевой воды в точке как и на стадии водоподготовки, как на стадии перед подачей, так и на стадии уже подачи в точках водоразбора. Судья постановил первоуральское производство муниципального унитарного предприятия «Водоканал» признать виновным в совершении административного правонарушения по основанию статьей 6.5 КОАП России, назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 рублей.